Ситуация на Воронежском фронте становилась критической. Здесь у немцев простора для маневров было больше. Медленно, но верно, несмотря на большие потери танков, они преодолели уже две из трех полос обороны. Нанося удары в разных местах, уничтожая один опорный пункт за другим, они вышли на последнюю, третью линию обороны Воронежского фронта.